Ну, вот подошел к бою, да, следующий мой претендент, я буду считать, это Луис Таварес, мы с ним встречались в 2013 году, это мой дебют был в Глори, его дебют, получается, ну, спустя там сколько, 9 лет, да, мы снова сойдемся в ринге, и, в принципе, как бы соперник, я к нему, мы общаемся на протяжении этого всего времени, когда мы общались, там, пересекались в турнирах вместе, боксировали, как бы, ну, в хороших отношениях, так сказать, ну, вот встретимся в ринге. Сейчас идет подготовка, да, уже таким полным ходом. Сейчас в ближайшее время уедем на сборы. У нас турнир здесь будет проходить после турнира, там, у этой Factory, который вот, наши ребята выступают, и после турнира мы сразу отправляемся на сборы. Сильный, но, в принципе, он такой, у него неплохой бокс, можно сказать, такой комбинационный, двигается, чувствует, ну, с крайней бои он боксировал, больше работа руками, передвижение, то есть вот это гнет корпусом, уходит от ударов, в этом он, наверное, стал поинтереснее, нежели раньше было. Ну, и также слабые стороны есть, где ноги у него, в принципе, не двигаются, когда он работает, и ногами не так сильно и не акцентировано. Ну, процент нокаутов у него тоже небольшой, он больше вкладывается именно на комбинации.